Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic успешно отправила людей в космос. Начинается новая эра космического туризма. Могли ли мы себе это представить лет 20-30 назад? А сегодня это уже реальность, друзья. Есть смысл задуматься. Это уже пятый испытательный полет в суборбитальное пространство на высоту почти 90 километров. Таким образом, уже в июне должны начаться полноценные полеты в космос с туристами. Полноценных полетов в космос ожидает около 800 туристов, купивших свои билеты уже давно. Первые билеты продавались по цене $200 000. В настоящее время они стоят уже дороже – $450 000. Пятая испытательная миссия стала первым полетом Virgin Galactic в космос почти за 2 года. 25 мая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic совершила свой первый испытательный полет в суборбитальное пространство. Таким образом, уже в июне этого года, 2023, должны начаться полноценные полеты в космос с туристами, пишет Daily Mail. Полет в суборбитальное пространство на высоту в почти 90 километров стал первой миссией Virgin Galactic с июля 2021 года. Считается, что это еще не совсем космос. Космос как бы официально начинается на уровне 100 километров над Землей, но тем не менее. И это был пятый и последний испытательный полет, в котором приняли участие сотрудники компании, прежде чем начнутся полноценные коммерческие полеты космических туристов. Первый такой полет запланирован уже на июнь этого года. Для того, чтобы отправлять космических туристов в суборбитальное пространство, Virgin Galactic использует 2 космических самолета. 6-местный пассажирский самолет и самолет-носитель. Кстати, оба эти транспортные средства управляются парой пилотов. И вот в четверг, 25 мая, совсем недавно, в 18:15 по киевскому времени, с космодрома Америка в штате Нью-Мексико, США, состоялся старт 2 самолетов Virgin Galactic. Управляли этими космическими самолетами по 2 пилота компании, а на борту находились 4 сотрудника компании. В общей сложности в миссии приняли участие 8 человек. После того, как самолет достигает высоты в 15 километров, произошло отделение, и этот самолет с помощью своих двигателей полетел дальше. После этого набрал скорость почти в 3 раза больше скорости звука и поднялся на высоту почти 90 километров над поверхностью Земли. Хотя считается, что космос начинается на высоте 100 километров, некоторые все же называют космосом пространство на высоте от 80 километров над Землей. В любом случае, пилоты и пассажиры космического самолета находились в состоянии невесомости в течение 3 минут и смогли увидеть черноту космоса в иллюминаторы. В компании Virgin Galactic все же заявили, что их сотрудники достигли космоса. Примерно через 90 минут оба самолета успешно вернулись на космодром Америка. Почти 2 года компания не совершала полетов в суборбитальное пространство из-за того, что во время возвращения на Землю летом 2021 года космический самолет немного отклонился от курса. Поэтому регулирующие органы США запретили компании совершать полеты до устранения неполадок. Согласно заявлению Virgin Galactic, все проблемы были устранены, и к тому же оба самолета прошли существенную модернизацию. Теперь Virgin Galactic планирует отправлять туристов в космос примерно раз в месяц. И первый полноценный коммерческий полет должен состояться уже в конце июня этого 2023 года. А в будущем компания планирует совершать такие полеты уже каждую неделю, а уже начиная с 2026 года каждый день. Друзья, можете себе такое представить? Мы просто живем уже в футуристическом будущем. Полноценных полетов в космос от Virgin Galactic ждут уже примерно 800 туристов, которые купили свои билеты уже давно. Причем первые билеты продавались по цене в $200 000, а сейчас они стоят уже $450 000, то есть почти 500 000. Китай также планирует составить конкуренцию компаниям из США в сфере космического туризма. Китайские компании планируют начать коммерческие полеты в космос уже к 2025 году. С 2025 года можно будет полететь в космос на воздушном шаре, и за это придется заплатить чуть меньше – $200 000. А дальше, друзья, размышляем, думаем и делаем определенные
выводы.